Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале у Светланы Лоди Сад. Мне вчера написали мои подписчики, что я в этом году игнорирую показ бегоний. Почему же так? Клематисы и бегонии вы в этом году никак не показываете. Клематисы не показываю, потому что жду полного расцвета, ну, чтобы это было виднее, красивее. А клематис Жакмана еще не расцветает. Ну, а до бегоний просто не дошли руки. Хотя в обзоре горшечного своего садика вот этого, я все показывала и немножечко рассказывала про бегонии. Ну и так сейчас поподробнее. Как всегда, ругайте, не ругайте, названий всех бегоний своих я не знаю и не запоминаю. Вот такая история. Ну, здесь бегонии есть прошлого года, не все. Одна бегония у меня погибла, вторая стоит больная, на излечении. И есть бегонии, которые в этом году сеяла семенами и покупала. И вот сейчас поподробнее. Итак, вот эту бегонию я покупала в этом году. Ну, в принципе, она похожа на мою последнюю бегонию. Дипрет она называется. Как всегда, на картинке все это выглядело ярче и красивее. Но побегов очень много. Я думаю, что еще не полный распуск, и она себя еще покажет. Потому что огромное множество побегов, она молодая. И это приобретение этого года. Вот здесь бегония, ну, видите, еще маленькая. Это семенная в этом году. И желтая. Наконец-то будет желтая у меня бегония. Вот такого пока цвета. Маленькая, набирает силы. К ней я подсадила сюда калибрахуа. И было очень хорошо. Калибрахуа защищает от ярких солнечных лучей. А сейчас я повернула горшок вот так, чтобы она уже попривыкла к солнышку, уже листики пообожглись, некоторые оторвала, и вот набирает бутоны. Это молоденькая этого года. Вот эту я тоже купила в этом году. Это бегония парфюм или парфет называется. Очень душистый аромат у цветков, вот поэтому она так и называется. Аромат прямо духов, приятный, сильный, даже, как Татьяна сказала, даже от листиков пахнет. Вот тоже этого года новиночка. Приобретала у Натальи Васильевой, там же, где вот эту и эту, там же, где черенки петуний. Ну вот парфет, она изначально говорила, что растет очень медленно. И вот действительно, там вроде шапка хорошая, но пока она еще не в полном распуске. Ну, бутонов вон сколько там много, поэтому будем ждать. В этом году это прошлогодняя у меня. Посмотрите, какое море цветов, и это уже давно море, правда, игнорирую. Это уже, наверное, очередная волна красоты. А это моя одна из любимок, потому что она очень необычная. Посмотрите, как я говорю, она цветет как кувшинка розовая. Вот такая красотка. И тоже цветет без конца. Она даже зимой, вот эти бегонии, зимой у меня зимовали на веранде. Ну, кто смотрел зимние обзоры, я вам показывала часто. Я убрала их в яму, но так как зима была в этом году необычайно теплая, то в яме они моментально проросли. И мне пришлось их в январе достать уже из ямы. У них здесь были уже сформированы, не у всех, но были сформированы клубеньки. И поэтому всю зиму она росла дома. Она и еще несколько бегоний. И вот она пыталась всю зиму цвести. Всю зиму я обрезала прямо нещадно, ставила черенки, но все нипочем. Это тоже вот такая розочка, более розового такого цвета, кораллово-розового. Вот сколько бутонов, посмотрите. Вот у нее просто в полураспуске, вот чисто розочка. Вот такая красотка. Здесь вот прям была больная-прибольная, но вот отошла. Отошла. Здесь в этом кашпо прямо два растения. Это из семян этого года. Тоже должна быть одна желтая, одна розовая. Развиваются очень медленно, намного медленнее, чем в прошлом году. В прошлом году из семенных в это время уже зацветали. В этом, видите, какая-то вот такая тормознуха. Это одна из моих любимок, герань Санта-Крус. Действительно, все время в цвету, всю зиму она цвела. Я ее резала тоже, но можно, вот как я говорю, нещадно, то есть, потому что зимой даже под цветом она вытягивалась, и я ее постоянно-постоянно кромсала.
И весной она была прямо вся, знаете, как измождена, я бы сказала. Здесь луковица уже во всю ширину кашпо. Кашпо здесь литра 4. И вот такая луковица. Прекрасно она зимует в подвале, но говорю, что проснулась тоже очень рано. В этом году снова буду убирать в подвал. Зимовать. Сейчас вам расскажу, какая зимовка. Ну, посмотрите, сколько этой Санта-Крус. Просто как мотыльки красные. Вот такая. И еще одна тоже старенькая девушка. Что-то тут листики у меня желтеют, потому что эти бегони тоже огромная луковица. Чуть не наполиваешь, так и сразу желтеет. Вот столько цветов. И еще будет куча-куча цветов. Посмотрите, сколько. Огромное множество вот таких полумахровых, вот таких вот полумахровых цветочков. Тоже стена прямо была. Сейчас маленько приостановилось цветение, но очень-очень обильное. В этом году вот эти все бегонии, я считаю, что хорошо гармонируют. Здесь однолетняя декоративная фасоль. Так как я вырубила в прошлом году здесь девичий виноград, весь снесла с лица земли, а клематисы молоденькие, посажены только весной, мне необходимо было сделать такую завесу, потому что это южная сторона, южная. И в беседке иначе было бы очень жарко. И вот на южной стороне висят бегонии. Мне говорят, как же так? Бегонии любят, в принципе, полутень. Постепенно они привыкали. И это все я показывала вам с зимы до сегодняшнего момента. Постепенно привыкали, привыкали. Некоторые листочки и погорели, и пожглись. В теплице висели долго-долго. Но здесь солнце, как бы сказать, южная сторона, но солнце загораживает стена дома. Поэтому здесь солнце где-то до 2-3, а вот такое самое раскаленное, если оно есть, это пекло, потом уходит, и дом притеняет, и поэтому здесь уже такая полутень. Не успевают они сгореть и нагреться. Мало того, вот эти вот листики предохраняют все равно от лишних лучей солнца. Конечно, фасоль тоже очень даже, как и девичий виноград, не давал тут сильно места бегониям, так и фасоль, смотрю, сейчас надо залезу на стремяночку и подрежу ее. Но вот эти вот красненькие цветочки у фасоли очень хорошо, кстати, дополняют, делают еще больше объем цветущих бегоний. В конечном итоге, через там год или два, когда клематисы достигнут своей большой массы, то, конечно, здесь будут только клематисы, и ничего здесь подсаживать не буду. Я думаю, что клематисы мне и создадут вот эту такую стену. Ну, в углу еще вот там жимолостка префоль. Ну, и тоже буду подрезать, чтобы она не сильно тут расползалась. Ну вот, и так вот украшения бани. Это две вот такие большие композиции. Видите, на крючках повешены. Там повесила бы еще, хотелось очень вот с этого края, но там пока не знаю как. Ну, может быть, подумаю, разведу еще одну Санта-Крус. Или вот там Дипрет такая же будет. Поэтому хочется, конечно, и на тот угол сделать такую композицию. Как ухаживаю за бегониями? Значит, земля должна быть очень рыхлая. Я как-то увидела у Павла Аникеев, так называется канал, что они делают прям вот много-много торфа. И даже торф такой, для меня это было просто открытие, торф такой рыжий и даже подкисленный. И у них, ну, у них не такие бегонии, у них бегонии огроменные, ну, просто невыносимо, какие красивые. И я вот оттуда взяла идею вот по этому грунту. Поэтому у меня здесь две части торфа, одна часть перегноя. То есть бегониям нужно много сил, много азотного удобрения, чтобы выпустить. Это же достаточно большая листовая масса. Лист крупный, испаряющий много влаги, поэтому им нужно питание. Но грунт должен быть легкий. Я вам рассказывала уже, как правильно сажать луковицы, клубни, вернее, которые вы покупаете, как их проращивать. Все это есть в весенних моих выпусках. Сейчас не буду даже и видео затягивать. Или с семенами тоже показывала. Семена отвратительно взошли, но что-то взошло и осталось. И вот жду цветения. Вот желтую показала вам, и еще должны два растения все-таки к осени расцвести. Как будем сохранять? Сохранять буду часть, буду опускать бегоний.
Итак, вопрос очень такой злободневный, как это все хранить. Я уже как-то рассказывала в видео о том, что те луковицы, которые вызрели, которые мы увидим с вами, что они луковицы, я буду хранить вместе с горшком, опуская в подвал. Можно выкопать луковицу, немножко просушить, хранить вермикулите в холодильнике. Те, которые не сформируют луковицу, бесполезно их опускать в подвал. Они не прозимуют, потому что не хватит питания. И вот этих сил, которые заложены не в луковице, а в клубеньке. Об этом, обо всем, кого, куда и наглядно я покажу, и, наверное, в сентябре месяце. Это не сейчас. Поэтому много очень пишет, как все хранить. Еще раз говорю, давайте не будем торопиться, а все будем делать по порядку. Сейчас какой уход? Во-первых, подкормка. У меня осмокот, поэтому я ничем не кормила. Если у вас нет осмокота, кормим по той же программе, что петуньи. Есть ролик про петунью. Я вам дала три вида подкормки, рассказала. Вот все из одной бочки. И фуксии, и бегонии, и петуньи. Если не осмокот, то кормим все одинаково. Кормить надо много, потому что, сами видите, и вегетативная масса растет, и цветет очень активно. Так что кормим. Полив. Здесь важно найти золотую середину. Не поливать нельзя, потому что лист большой, испаряет много влаги. Сильно поливать будет однозначно гниль. Гниль прикорневая, то есть побеги будут один за одним выпадать и сгнивать. Поэтому золотая середина. Я поливаю в жару через день, а так, ну, раз в три дня. Вот так поливаю примерно. Смотрите сами. Горшок, в верхний слой будет сухой, но важно горшок приподнять и посмотреть. Легкий горшок поливаем. Если верхний слой сухой, но горшок тяжелый, не поливаем. Клубень хранит в себе запас и питания, и влаги. Поэтому лучше иногда даже, чтобы понять, дотянуть бегонию до такого, как я называю, слегка обморочного состояния. Когда листики начинают, ну, чуть-чуть такие быть вяленькие. О, точно, это уже вы будете знать точно, что нужно полить. Грунт, сколько литров. У меня здесь, видите, все, в основном все большие. Вот если это семенная, растет в 3 литрах, но там 2 растения. Вот. А так все по одному растению 4,5. Вот эти кашпо все 4,5 литра. Ну и вот здесь 4,5, и тут 4,5. Так, ну вот, что еще не рассказала вам. Так, еще. Бегонии очень. В этом году я уже вижу, прям капитально поражаются паутинным клещом. Поэтому и профилактика, и уж если заболели, лечение от паутинного клеща любыми средствами, ну, те, которые от паутинного клеща, акарицидными препаратами. Фитоверм вам в помощь, но этот препарат не сильный, поэтому можно его делать раз в 3, раз в 5 дней, если у вас заболели. Если никто не заболел, хотя бы в 10 дней проходим фитовермом. Обязательно. Вы увидите лист такой прокусанный, он весь скукоживается, сворачивается, точка роста приостанавливается, бутоны тоже начинают. Первый признак, даже если вы еще не видите самого там паутинки или клеща, обрабатываем. Ну и с некоторыми бегониями, как я говорю, мне не везет. В этом году вот я покупала себе желтую бегонию ампельную. Да, ну вот выросла опять. Вот сейчас она сильно, видите, отцвела. Ну, фотку, если найду, вам поставлю. Вот так. Все, все вот эти вот побеги, палочки, которые отцвели, можно оторвать. Нечего на них силы тратить. Но она такая необычная и не ампельная, а высокая, оранжевая, ну, никак не желтая, да? Вот так бывает. Сейчас я вам покажу другую, над которой смеюсь уже несколько лет, хотя я от нее и в восторге. Может быть, и эта девочка на новое приобретение покупала клубень. Клубень достаточно большенький. Может быть, и это будет потом в паре с моей белой, с друг другом. Они вот по форме одинаковые, похожи. Тоже я ее и полюблю. Ну, а так выглядит только моя красотка, о которой я вам только что говорила. Тоже покупалась как ампельная, красная, ну и махровая. И как я уже так ее и называю, не ампельная, не красная, не махровая. Но растет у меня 3-й год, цветет беспрестанно. Вот такая белая ромашка, а в этом году она как-то с розоватым отливом. В прошлом году я такого не наблюдала. Прямо, знаете, иногда этот отлив сильнее проявляется, прям розовинка такая. Сейчас подойду.
Вот такая розовинка. Вот видите, как на лепесточках с обратной стороны. Цветет беспрестанно, не болеет вот по ничем. Всю зиму цвела у меня тоже. Но она, видите, такая стоячая, поэтому немножко подпорочки сделала. Но при этом не боится ни ветра, ни дождя, ни каких-то ураганов. Вот цветет, и мы ее все за это любим. Вот за эту стойкость к погодным условиям, к бесконечному цветению. Посмотрите, какая красивая. Ну, а вот так вам показываю бегония, которую тоже покупала клубнем в этом году. Вот это результат работы клеща. Вот если вы у себя видите, вот такие страшные листья. Вот я ее лечу уже не знамо сколько. Вот сейчас этот листик, видно, что он вышел здоровый. И вот начинают там из пазух вылезать новенькие. А вот это вот все, видите, результат работы клеща. Не дождемся мы здесь ни цветочков, ничего. Опять обрываю, и так уже делала неоднократно. Вот, ну вот смотрю, там растут новенькие из пазух. И лечу, и лечу, и лечу, и не знаю, когда она у меня вылечится. Вот так бывает тоже. То сначала солнышко прижгло, а потом клещик работает вовсю. Но это видно и на другой стороне листа. Работы ходы клеща. Поэтому очень аккуратно проверяем. И все. Других заболеваний, кроме как прикорневая гниль, но это от большого полива, а из вредителей паутинный клещ, больше пока за несколько своих лет распространение моих знаний, за несколько лет ухода за бегониями я никаких других заболеваний не увидела. Так что вот, друзья мои, рассказала все вам свои правила по моей агротехнике. Сама только 4-й год занимаюсь вот бегониями, но пока все получается. Получается ухаживать за ними, получается сохранить их зимой. Вот это, наверное, самое такое важное и ответственное дело. Ну, покажу вам еще, до какой поры они будут цвести. Все вам расскажу. Это будет уже, наверное, в конце августа. Просто посмотрим, все-таки распустятся ли малыши, которые в этом году сажали. Хочется посмотреть все-таки, что это будут за сорта. Медленно как-то в этом году, удивляюсь сама, что очень-очень медленно. Так что про бегонии не забыла, все, что знала, вам рассказала. Так что пусть вас тоже радует, кто со мной вместе сажал семена. Знаю, что многие сажали со мной вместе, переживали, как они медленно росли. Но вот я знаю, что у многих выросли эти красивые цветы. Так что всего вам всем доброго. Главное, не болейте. Подписывайтесь на канал у Светланы Лоди Сад. Покажем дальше и клематисы, и лилии, и еще очень-очень много других цветов.